Дорогие друзья, всем привет! На связи команда ScalpelMed, и сегодня мы поговорим об основах, которые необходимы всем врачам, какой бы специальности они ни были, а именно правилах асептики и антисептики. Асептика – совокупность методов и приемов работы, направленных на предупреждение попадания инфекции в рану, в организм больного, создание безмикробных стерильных условий для хирургической работы. Это достигается путем использования организационных мероприятий, активных обеззараживающих химических веществ, а также технических средств и физических факторов. Основное правило асептики гласит: все, что соприкасается с раной, должно быть стерильно. Антисептика – комплекс мероприятий, направленных на уничтожение микроорганизмов в ране, патологическом очаге, органах и тканях, а также в организме больного в целом, использующие механические, физические, химические и другие методы воздействия. Друзья, ставьте лайки и делитесь этим видео.